Вот сегодня 29 сентября, погода вообще отменная. Вот березняк, осинник, все, вот вишня рядом, вот прям рядом вишня, малина зеленая, укроп, грядка морковки, ну все зеленое. Вот клен красноты маленько добавил, пожалуйста. Ранетки, вот они стоят. Черемуха, вон, видать, у Никиты, бывшая Павла. Березы, это дом Павлов, бывший, теперь Никиты Колесникова. И вот закончили мы сарай. Сарай был наклоненный налево и вперед, сильно отклонился. Ну, мы его выправлять не стали, так тащить, потому что ребята строили хорошие, заложили тут рельсы. Ну и решили закрепить на этом месте, закрепить, как Пизанскую башню. Ну вот это мы и сделали. Вот этой стороны прошли, дальше и там овчарня. И здесь решили наискосок дать. И вот из такой мелочи, этих досок уже не было, их ликвидировали. Они где-то у хороших людей служат. Володя там воюет. И закончили сегодня. А это Володин дом. Пащенко. Вот готовится. Сейчас завтра, может, снова будет печь хлеб. Вот показать, что здесь. Все уже приход. Готово. Вот колодец. Насос купили для него. Козлики закопали, поставили. Все подобрали, подскребли. Ну, вот сюда это мусорка. Это кубы такие ставим из травы, которые вырвали. Вот показать. Вот он. Заканчивает. Сейчас уходим к Никите, надо идти, он пасет, у него тоже гнилье там перепилить. О, ну когда я вовнутрь загляну, и можешь запирать. Видите, теперь наклон у ней наоборот, куда вовнутрь добавили. И здесь, вот она была сильно наклонена сюда, мы его сделали сюда наклон, в обратную сторону. А как? Сейчас увидим. Видите, как и двери. Так, с наклоном. Вот они вверху удерживаются мощной проволокой. Открыл, дальше они не идут, чтобы не оторвались. Какие попало петли нашли. Вот все подперли балки. Вот один столб наш. Вот это отработка. Второй. Вот третий. Это доски перенесли рядом. Видите, тут тоже стойки поставили. А здесь вот наклоненные они были. И к ним мы сильно наклонили. Ну, внизу больше метра отошел. И все это зашили. Получилось как пирамида усещенная. Усещенная пирамида. Вот как. Намного больше метра внизу разошлось. Вон оно где есть. И так боком мы зашили. Все. Володя остатки проверяет. Гнилье все у Володи перепилили. Тут будет поленница, пока вот завал. Пилили и пилили. Везде висит проволока по стенам. И здесь проволока висит. Она под ногами теперь не валяется. И у ребят нашли строительную каску. Ну, без подкладки, без всего. Но повесили. Знак благодарности калашникам. Как они все основательно делали. Как бы они не ставили вот на этих рельсах, все валялось бы. Ну, просто молодцы. Вот она, видите, как до сих пор доходит наклон на улице, а сюда, а это сюда теперь сделали, прибили. Вот мы смеялись сейчас с Володей. Китаец придет, а он кирпичи бьет кулаком. Он без всякого прибора наш сарай за полчаса разрушит. Разрушит, расколотит. Но мы ему покажем замок и скажем, вот ваш замок. Мы посчитатели вашей продукции, которая разовая на день, два раза замок повернуть, и все равно покупали, потому что своих никаких нету. Поэтому не убивайте нас. Мы ваши рабы, можем на нефтевышках работать. Когда мы сказали отцу нашему Тихону Дмитриевичу, китаец придет, ну, да, действительно, это худо, отец говорит. Вон, анелит Отечественной войны. Я говорю, так он пенсионеров-то подберет. Раз не работаете, кормить-то вас зачем? А отец только что стонал, рука болит, и без руки был. А я могу пойти работать. Вот тебе и раз. Так что нас убивать не надо.
Вот они, как это, лестница. Володь, убери-ка лестницу, я покажу. С этой стороны. Она не у места. Лестницу сделали, здесь сделали. Вот оно как у нас. Да, наверное, плохо видать. Вот этот промежуток. Видите, у них стоит. Как? А мы-то поставили не закопанный, а штырь забетонированный. Нашли такой. Промазали и привязали. Вот как. Вот какие мы хорошие. Ну, я где наверху, везде, где бываю, смотрю, ребята Калашниковы делали. Петр Григорьевич, конечно, Евдокия Тихоновна вложила тут свой талант. Все нравится, все хорошее. Это не строить, а ремонтировать можно. Правда, еще не чистили. И труба только 1 метр поставили. Бандажа нету. Больше 1 метр. Вот туда еще 2 метра будет. Покажем, это насадка будет. Тут уже все замазали. Ну, просто нравится. Матушка нас отшибла до бани. Дальше она забирает себе все. А мы говорим, оно нам и не нужно. Вот так. Она за землю, тут что-то бьется, ей землю надо. Ну, продала земли, ну, что, хозяин уехал, а в огород будет ездить с другого города. Но мы молчим. Нам нельзя лишнего слова сказать. Нас сразу укоротят. Поэтому мы молчим. Земли, говорим, до туалета дорожку хоть пройти есть где. И ладно. Траншею вот выкопали. Так, Володя, ты уходишь? Выйди сейчас, выйди сюда. При мне сарай запрешь. На сарай, чтобы был замок. Я не знаю, у кого тут Потеряевки есть. Это, наверное, мы первые. Это вот мы кубы такие делаем из травы высокие. На них можно будет даже парники делать потом. А это наш грохот, как, на котором разводят раствор. Но исторический ход. Потеряевки. Так, Володя закрывает дверь. Вот они наклоненные. Мы говорим, двери тяжелые. Надо надпись сделать. Во время поста в сарай не ходить. Самим дверь не открыть. Вот. Замок. Я вплотную подойду, не увеличивая. Смотрите, замок китайский. Нас убивать не надо. 4509. Какое-нибудь время у них или еще. Вот мы сегодня его так сделали. А у нас 4508 на этом висит на кухне. А что такое? Ну тоже 4508 только. Такой же? Да. Так это китайский замок? Да. Ну вот видишь, нас убивать не надо. Мы Китаю помогали промышленность развивать. Ну а здесь батюшкино хозяйство. Засохло все, как убирали. Овечки. Вот матушка хочет все заново. Вот это вот от сих пор баня кончается. Это она себе, кажется, не отдает. Ну и ладно. Мы за это благословляем Бога, что она его, этот домик когда-то перекупила. А теперь, по милости Божией, нам. То есть, как нам? Ну, наши братья. У нас, кто бы он ни был, мы стараемся помнить. Препятствий никаких нет. Теперь живи, приглашай гостей. И думаем, что гости будут. Вот там, Никита, видишь, новые лестницы сделали. Слуховое окно. Я его делал. Моя работа. Вот так. Это вот 2 столба. Вот тоже столбушок. На нем рубить дрова. 2 козелка. На нем пилить. А это межевой столб. Что у ребят на нем было? Провода, наверное. Рельса и что-то. Куда бы я ни пошел. Ну, я сам строитель, строительный техникум. Держи, я подойду. Мне интересно все. Что, вот ребята работали здесь? На окне поймал. А, вот она где. Ну, крылышки-то, чтобы взмахнула она. Вот так. Нравится все, как сделано. Запирай или что? Давай, запирай. Уходим. Пилу большую только бери. Пойдем у Никиты, пока его нету, помочь испилить. Это у меня бочки. Умерший отец Виктор Николаевич благословил ему, он мне отдал 5. Большие бочки. По 4, кажется, мешка заходит наших. Все, закрывай. Все. Лишнее теперь есть куда убирать.
Надпиши ключи сегодня же, что сарай. Наружное. Нужно на наружные двери еще. Ну, есть замок. Вот. И вот здесь вот крючки поставить, крючки. Чтобы ниоткуда захода не было. Это у них тут гараж. Вот гараж. Вот здесь надо сделать прям сегодня же. А это вот она говорит себе тут что-то. Что-то для чего-то ей надо тут. Пускай. Так, ну и все, Владимир Александрович, уходим. Устинов у нас Володя, тоже Владимир Александрович. Никакой фантазии нет. Вот сегодня встретил старого человека, Саватий Фадеевич. Вот найди такой, Саватий Фадеевич. Дальше. Епистимия Евсеевна. А если сегодня сказать, у нее инициалы ЕЕ. Он скажет, ну кто это? Евгения Евгеньевна. Все, кончилось. И тут-то было.